И мы видим по разнице, по развитию между одним и тем же гибридом отсутствие присутствия удобрений. Результат видно невооруженным взглядом. На экспериментальном поле Балаковского филиала АО «Апатит» компании «Фосагро» выращиваются гибриды кукурузы. На делянках один и тот же сорт, без внесения минеральных удобрений и с применением различных систем питания растений, в том числе фосфогипса. Это уникальный мелиорант, который служит для восстановления почвенного плодородия. Вспоминая опыт прошлых лет, когда фосфогипс активно применялся в сельскохозяйстве, мы решили расширить вот именно нашу тематику и показать именно комплекс. А как в комплексе вот именно использование фосфогипса вместе с удобрениями еще больше повышает эффективность агрохимии. И год это показал довольно-таки засушливый, да, мало влаги, а эффективность как раз вот фосфогипса в том, что он держит эту влагу. И это далеко не единственное преимущество. Фосфогипс является еще и удобрением. Содержит необходимые для развития растений микроэлементы, снижает засоление почвы, улучшает ее структуру. Именно внесение фосфогипса может стать эффективным инструментом повышения качества почв, уверены сотрудники агрономической службы ФосАгро. Переуплотнение – это глобальная проблема. И фосфогипс в данном случае, конечно, идеальное решение, которое помогает не только побороться с засолением, которое ведет к уплотнению и так далее, повысить плодородие почвы, создать банк фосфора, серы, микроэлементов, цинка, магния и так далее. Почвоулучшающие мелиоративные эффекты фосфогипса длятся более 5 лет. Первые положительные результаты увеличения урожайности уже наблюдают фермеры-партнеры ФосАгро. Мы вносили фосфогипс примерно на 150 гектарах. Вносили фосфогипс. По факту урожайность примерно получается, ну, центров на 7, наверное, на 8 в большую сторону против средней урожайности по хозяйству. ФосАгро проводит агрономический форум «День поля» уже 3-й год. Здесь участники обмениваются опытом применения инновационных агротехнологий. В рамках мероприятия прошла агроконференция. Обсудили мировые тренды в восстановлении почвенного плодородия, необходимость мелиорации и применение различных систем питания растений. Компания ФосАгро уже на протяжении многих лет напрямую сотрудничает с нашим сельхозтоваропроизводителем. Министерство сельского хозяйства выступает посредником для того, чтобы скоммуницировать эти все связи. Отрабатываются объемы, отрабатываются скидки, которые как бы наш сельхозтоваропроизводитель получает именно в Саратовской области. Помогаем в работе с логистикой для того, чтобы более удобно было выбирать удобрения. Высокая урожайность невозможна без использования передовых агротехнологий и комплексного подхода сохранения плодородия почв, уверены в ФосАгро. Чтобы доказать эффективность применения удобрений и фосфогипса, компания заложила опыты на 12 культурах еще в 4 регионах России.